Посетители подразделений Магнитогорского центра охраны материнства и детства на улице Суворова, стационара амбулаторного центра «Айболит» теперь могут с комфортом оставить свой автомобиль недалеко от входа в детскую больницу. Завершено строительство новой парковки со стороны улицы Суворова. Глава города Магнитогорска Сергей Бердников откликнулся на многочисленные просьбы родителей маленьких пациентов, руководства медицинского учреждения организовать удобную парковку возле детской больницы. На строительные работы были выделены средства из муниципального бюджета. Проблема с парковкой возле детской больницы существовала долгие годы. Посетители вынуждены были оставлять автомобили на проезжей части, парковаться на тротуарах и газонах. Теперь эти нарушения правил ушли в прошлое. Мы полностью решили проблему с парковками. В 2019 году была сделана большая парковка со стороны улицы Гагарина, ну, порядка на 50 машиномест. И в 2020 году сделали парковку где-то примерно на 15 машиномест, даже более, со стороны улицы Суворова. Спасибо Сергею Николаевичу Берникову, главе города, за организацию работы соответствующих служб. Вот, стоянка была сделана в короткие сроки, решение было принято в январе же начались работы. Как только позволила погода, работники дорожного специализированного учреждения Магнитогорска воплотили решение городского руководства в жизнь. Парковка готова.